Особенности живописных приемов Яна Дэвидса де Хэма в полной мере были усвоены его сыном Корнелисом де Хэмом, работавшим в Лейдене, Гааге и Антверпене. Художник неизменно проявлял себя очень одаренным и весьма ровным живописцем, и тогда, когда он создавал картины больших размеров, как, например, натюрморт, находящийся в Амстердаме в Рейксмюзеуме, высоту 153 см, в ширину 166,5 см, где он стремился к решению декоративных задач, и тогда, когда писал полотна среднего и малого форматов. Его картины привлекают виртуозным колористическим мастерством и тонкостью передачи настроения. В каждом из этих натюрмортов чувствуется движение воздуха, свежей волной вливающегося в помещение, окутывающего и фрукты, и предметы сервировки тончайшей вуалью, усиливающей впечатление иллюзорности увиденного. В то же время мастер и в символике каждого предмета дает возможность зрителю понять, что в идеале наслаждение жизнью тесно связано с мыслью о смерти, а также в соответствии с протестантской этикой призывает его к необходимости разумного использования отпущенного человеку времени.
We'll be right back.
Thank you.